вирус, бактерия или грибок. Большинство дерматологических болезней не несут угрозы для жизни, но доставляют серьезные неудобства. Их нельзя пытаться лечить самостоятельно. О профилактике кожных заболеваний 5 сентября. Доктор ответит на все ваши вопросы. В студии врач-дерматовенеролог Самарского областного кожвен-диспансера Рауф Ихтияров. Программа «Звоните доктору». 5 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».